Und dann kommt der Morgen und sie war nicht mehr. Так заканчивается на немецком роман «Три товарища» Эриха Марии Ремарка. Я Олег Малышев, герой проекта «Тверь Тим. История успеха». К ЕГЭ готовился полностью самостоятельно, без репетиторов. Мне хотелось проверить собственные способности, собственные знания. Самым эмоциональным моментом был, когда я получил первые 100 баллов по литературе, потому что к этому предмету было сложнее всего готовиться. Я испытал какое-то облегчение и был рад, что мои силы были потрачены не зря. Потом были 100 баллов по русскому языку, и эмоции были смешанными на самом деле. Было даже как-то забавно, что снова пришло 100 баллов. И третий раз, когда пришли 100 баллов по немецкому языку, это, наверное, было самым неожиданным моментом, потому что я думал, что по нему должно быть меньше баллов. Ну и, конечно, я тоже был очень рад. Моя преподавательница по немецкому языку сказала, что она даже немного прослезилась, потому что мы, правда, вместе очень долго и усердно готовились, и она искренне надеялась, что я хорошо сдам экзамены. Девочка из параллельного класса сдала еще русский язык на 100 баллов. И, насколько я знаю, больше 100 бальников в нашей параллели не было. Некоторые, конечно, считают, что образование — это путевка в будущее, так сказать. Хотя стоит отметить, что для некоторых образование в наше время не так важно, и кто-то считает, что можно многого добиться и без него. Я думаю, что я много чего изучил за это время, и я горд сам за себя. Я уже подал документы в наш Тверской государственный университет, потому что в вузах Москвы и других городов для меня на самом деле есть много нюансов и каких-то подводных камней. В то время как в нашем университете я более или менее уверен и думаю, что здесь мне было бы учиться комфортней. И, кроме того, я был бы рад стать полезным человеком именно для нашего города.